Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Мы рады вас приветствовать на нашей гостеприимной Забайкальской земле. Забайкальцы искренне рады принять у себя в последние дни лета участников и гостей чемпионата России по стрельбе из лука. Пока шахматисты доигрывали свои партии в суперфинале, в Чите открылся чемпионат России по стрельбе из лука, и спортсмены из 20 регионов нашей страны приехали на Забайкалье посмотреть и себя показать. 19 августа на территории спортивно-оздоровительного комплекса Высокогорье состоялась официальная церемония открытия чемпионата России по стрельбе из лука, во время которого участников соревнований приветствовал губернатор Забайкальского края Константин Ильковский. Действительно, нет ни одного народа, для которого бы лук и стрелы не сыграли свою решающую роль в его развитии, в его будущем. Очень хорошо, что сегодня лук и стрелы не используются на полях сражений. И вот мы сегодня проводим этот чемпионат в преддверии окончания Второй мировой войны. И я думаю, всем нам очень бы хотелось, чтобы все сражения проходили только на стадионах, и все поля битв были только стадионами. По итогам четырехдневных соревнований в классическом луке у женщин золотую медаль завоевала Инна Степанова, представляющая Бурятию и Москву. Второй стала спортсменка из Свердловской области Ксения Перова. Бронза у Татьяны Сединой из Москвы. В классическом луке у мужчин бронза досталась лучнику из Бурятии Евгению Тапхаеву. Серебро завоевал москвич Артем Махненко. Алексей Николаев из Ямало-Ненецкого автономного округа завоевал золото. В категории «Блочный лук» у женщин весь подиум заняли лучницы из Москвы. Диана Тантоева – третья, Альбина Логинова – вторая, Светлана Черкашнева – золото. У мужчин в этой категории бронзовую медаль завоевал спортсмен из Забайкальского края Александр Домбаев. Виктор Калашников из Ямало-Ненецкого округа стал вторым, а золото завоевал также спортсмен из Янао Чингис Ринчинов. Смешанные команды Забайкальского края взяли золото на чемпионате России по стрельбе из блочного и классического лука. В блочном луке серебро досталось Санкт-Петербургу, бронза – Москве. Среди стрелков из классического лука второе место заняла команда Республики Бурятия, третья – команда Москвы. Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский, вручая награды, отметил, что теперь спортсмены будут помнить о том, что стали чемпионами в Чите, и пригласил их приехать к нам еще раз за новыми победами. Александра Леонтьева, Светлана Инкелевич, Илья Татауров. Специально для Забинфо.